Вот таким жестоким бывает бадминтон. На какие только поступки не пойдет журналист, чтобы отстоять честь редакции. Тем более, когда речь идет о соревнованиях среди СМИ. Такой формат проводится уже третий год. Уровень участников разный. Кто-то периодически занимается, а кто-то играл лишь в детстве. Если сравнивать бадминтон с игрой нашего детства, когда цель была удержать волан, то здесь, в спортивном бадминтоне, цель не удержать волан, а забить волан сопернику. Поэтому мы в нашем формате соревнований делаем такую жеребьевку, чтобы новичок вставал вместе с нашим любителем играть. Правила тоже отличаются от детского варианта. Они схожи с условиями игры в теннис. Разница лишь в разыгровке. Воланчик подают с близкого расстояния, а не с конца площадки. Правила достаточно простые, но по сравнению с детской игрой все-таки сложности имеются, потому что нужно соблюдать правила четности и нечетности подачи. То есть, если четная подача, подаешь справа и как бы наперерез. Если нечетная, то наоборот с этой стороны. Это достаточно сложно запомнить, нужно держать в голове счет. Счет идет на доли секунды, ведь среагировать на воланчик не так уж и просто. Это лишь со стороны может показаться, что отбивать даже сильные подачи легче легкого. Бадминтон, я скажу, даже круче тенниса. А почему? Вот динамика мне больше нравится. То есть он, мне кажется, намного хитрее. Вот так, ну и более доступный. А почему хитрее? Ну, потому что тут вот как этим воланчиком сработаешь. Все быстрее, меньше времени на подумать. Надо больше хитрить. Хитрость заключается в первую очередь в ударах. Они есть как атакующие, так и защитные. Например, если запустить волан по высокой дуге, то это будет считаться обороной. Резкий добивающий удар, похожий на волейбольный гвоздь, называется смэш. Есть и другие варианты. Ну, нравится играть на сетке. А что это значит? Ну, это вот есть такие удары, вы спросили, это подставка, то есть когда скидывается прямо на сеточку. А почему вам от сетки нравится играть? Ну, потому что, наверное, вот какие-то такие посложнее удары, их еще нужно освоить. Однако любителям изобретать велосипед не пришлось. В игре были преимущественно стандартные приемы. Тактика у всех 8 команд была еще проще. Метили в журналистов, которые просто старались отбивать. Отличный удар. Толк выступил отлично, взяв по итогу 4 призовых места в двух группах. По 2 серебряных и золотых награды ушло в редакции сайта и телевидения. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.